Всем привет и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Brutal Street 2. Ну что ж, ребята, давайте пройдем этот уровень на ранг повыше. Он у меня, по-моему, если не ошибаюсь, ранга Б. В общем, не суть важна. Сейчас мы должны с этими разобраться ребятами и по возможности сохранить этих девчонок, естественно, живыми. Так, ну вроде бы пока неплохо. Давайте вот так сделаем. Ай-яй-яй-яй-яй, ушли из-под обстрела. Нормуль. Заключенный действует как надо. Все у него под контролем. Так, ассасиночка моя сейчас разберется с этим, извините меня, агентом. Так, отлично. Пока все хорошо. Один бандит у нас тут еще остался. Сейчас мы его быстренько раскумарим. Давай, ассасинка, быстрее. Добивай его со спины. Ну, отлично. Все, ждем следующую партию врагов. Девчонки пока целые. Никто их не тронул, и это хорошо. Так, один бандит и второй. Угу. Так, ладно. Все почему-то у меня пошли на мою хилку. Ну-ка давай-ка, Леон, стрельни. Отлично, молодец. Так, минус один, сейчас минус второй. И, надеюсь, да-да-да, минус три. Отлично, хилься, заключенный. Так, следующая партия выпрыгивает, и это у нас ниндзи. Вот здесь будут дела обстоять похуже, потому что у них звездочки, и они, как видите, уже начинают стрелять по девчонкам, которые сидят тут и плачут, бедненькие. Оу, шикарно. Ха-ха, заключенный у меня взял. Тихо, тихо, вот этот вот красный берсерк, он куда? Блин, он на девчонку полез. Ёлки-палки, вот и думай теперь, кого мне хилить. Ладно, придется, наверное, девчоночку. Успею, нет? Ай-яй-яй, не успел. Одну все-таки они подбили. И смотрите, они на вторую полезли. Ёлки-палки, видимо, у меня не получится сохранить им жизни. Ай-яй-яй. Конечно, мы от этого не проиграем, но, видимо, какой-то дополнительный бонус бы от этого получили. Хотя бы одну бы нам оставить целой и невредимой. А там уже посмотрим, что изменится или нет. Так, заключенный, у тебя очень мало хп. Давай-ка его подхилим. Так, усилим. Вот так, и защиту. Все, отлично. Сейчас мы этого красного добьем. Замечательно. И вот так вот будем стоять здесь на стрёме. Ну, конечно же, выходит амбал. Так, делаем скилл. И сейчас я его буду рубить со спины. Давай-ка. Вот так вот, замечательно. Так, Леончик у меня постарается сейчас. Слушайте, да вот... Оу, тут еще и второй появился. Ёлки-палки, откуда-то снизу. Блин, еще и хилка вылезла. Ай-яй-яй-яй-яй, девчонку-то, по-моему, нам не удастся сохранить. Хотя нет, он вроде переключился у меня на заключенного. Это хорошо. Так, хилимся. Ну, да добейте вы этого амбала, там осталось ему немножко всего. Ну, что вы... Терепунькайтесь-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, ну, не могут. Да потому что эта хилка там сидит и на мозге нам капает. Так, нам нужно, ребята, знаете что, подхилиться обязательно. Так, все, вроде бы под контролем. Ну что, минус амбал. Отлично, все. И добиваем второго жирного, который у нас тут с бейсбольной битой косит. Тихо, 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 уходи. Ух, блин, вы посмотрите, что делает ниндзя. Он стреляет звездочками, а звездочки у него почему-то летят в две стороны, на двух персонажей. Очень странно, как он так умудряется. Так, давайте его добьем. Он нам... Оу, все-таки я не спас своего заключенного. Это очень плохо, ребята. Теперь мы в меньшинстве. Черт подери, как это плохо все, а? Так, ладно, будем как-то справляться. Не знаю, получится, нет. Черт, мне теперь приходится следить и за девчонкой, и за своими, извините меня, напарниками. Так, давайте-ка мы этого по-быренькому уберем. Нечего ему здесь делать. Все ли... Ага, переключился, все, отлично. Ладно. Но опять же, нас в меньшинстве, а врагов меньше здесь не будет. И опять вышел ниндзя.
Так, давайте-ка его сейчас будем рубить. Вот так. И еще... Ай! Так, вот смотрите, видите, что он делает? Он стреляет звездочками. Ха-ха-ха. Леончик, ты малорик. Сделал все как надо. Добивай, отлично. Ну, кто еще? Блин, сколько тут еще волн будет, а? Ждем, 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 ребята, ждем. Не расслабляемся, вот они. Так, три бандита, понятно. Давайте-ка что-нибудь сейчас сделаем. Так, отлично, усилились помаленьку. Если сейчас на меня будут нападать, по крайней мере, до девчонки они точно не доберутся. Хотя, вполне очень даже добираются. Но, как видите, волна немножко спасает от моей хилки. Не дает им, как говорится, подойти близко. Отлично, подбили. Ждем. Оу, амбал идет. Давайте-ка его по-быренькому попробуем убрать. Да, очень тяжело играть в меньшинстве, когда врагов то же самое количество. И еще один амбал идет с другой стороны. Блин. Давайте так вот сделаем. Ах, чуть-чуть не добили. Но все прошло удачно. Так, тихо, куда замахиваешься, а? Олух. Давайте его рубить. Нечего ему тут расслабляться. Блин, я не знаю, девчонку я успею. Да должен, по идее, успеть сохранить ее. Но тут, как видите, и агент вышел. А там еще и ниндзя. Оу, щет. Ладно, испарились. Вот они здесь появились. Давайте добивать. Так, минус один ниндзя, отлично. И остался последний. Ух, ребята, мы прошли. Прошли с вами этот уровень без заключенного. И сохранили девчонку. И получаем ранг А. 118 долларов, это тоже неплохо. И чемоданчик. Ну что же. Так, давайте, наверное, откроем с вами. Что у нас тут? 30 долларов получили. Ну и активируем этот на 2 часа. Понятно. Так, ну что будем делать? Будем на нормале проходить или пойдем все-таки на хард и попробуем завалить вот этого босса? Получится у нас или нет, как вы думаете? Я его, как видите, прошел на ранг А. Но сейчас у нас будет следующая миссия. Это у нас китайский квартал. Ну, я его так называю. Так. Поехали. Здесь пока все спокойно. Ядрить его на корень. Вот этих только здесь не хватало, а? Хиппи чертовы. Своих противогазов. Блин, они тоже, ребят, стрелковые, с пистолетами, как вы видите. То бишь, они имеют дальнюю атаку. Поэтому их лучше сразу агрить на себя, чтобы они как можно меньше создавали проблем где-нибудь со стороны. Так, минус один. И еще одного убили мы. Отлично. Так, идет яростный. Яростный красный головорез. Так, кастеты подобрали. Там еще одни кастеты. Замечательно. Сейчас у меня заключенный. Опа! И начнет тут всех крушить. У него очень, кстати, хороший удар. Вы видите, когда он бьет, он оглушает врагов. И те ничего не могут сделать. Замечательно все пока идет у нас. Мы здесь справляемся, как вы видите. Черт. Не хочет сдаваться, а. Смотри, там что-то выпендривается. Так, Лео, давай. Сразу двоих, отлично у тебя получилось. Добиваем. Ну, чуть-чуть, конечно, не добили. Но, тем не менее, вот. Вот они, эти архаровцы, которые с пистолетами вышли в противогазах. Надо их тоже по-быренькому ликвидировать. Они сами по себе ватные. Поэтому нужно их как можно быстрее убрать с поля зрения. Так. Ну. Отлично, минус один. И еще двоих сейчас. Все, зачистка прошла хорошо. Ждем следующую волну, ребят. И это у нас опять же гневные, гневные лысые красные с трубами. По-другому их не назвать. Куда это они так ломанулись? Неужели налево моего идут? Да, ребята, как ни странно, идут на моего стрелка.
Черт подери, а. Даже не хотят перегреваться, смотрите. Фак, надо его подлечивать, а. Обязательно. Лео, да елки-палки, ну. Все, вроде бы пока будем справляться. Так, ассасинка, давай руби его. Нормуль. Давай, 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 добиваем. Совсем чуть-чуть остался. Там еще один вышел. Так, ну я надеюсь, вот так. Черт, чуть-чуть не хватило, конечно, добить Лео сразу двоих. Но уже их намного меньше. Так, и вышла хилка, которую нужно обязательно сейчас ликвидировать. Так, давай, 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 Лео, не дуркуй. Ну, смотрите, пока они переключились на Лео, моя хилка его хилит, а заключенный сзади их всех добивает. Ассасинка уже справилась со своим делом, она ликвидировала хилершу вражескую. Ну-ка, получится. Нет, чуть-чуть не хватило нам добить, но сейчас будет все нормально. Так, я смотрю, тут выходит Амбал. Он-то здесь как раз нам вообще не нужен, если честно. Да что ж такое-то со всех сторон? Я даже уже не успеваю, ребят, честно говоря, переключаться между целями. Ёлк, там их еще и двое причем. Так, давайте мы вот так сделаем. Дождем, как говорится, огненным. Они как раз стоят на месте, и это нам на руку. Ну-ну-ну, отлично. Прямо двоих сразу же нашпинговали свинцом. И тут у нас, смотрите, Амбал, который, ну, тут он, извините, вообще ничего не сможет сделать. Один, к тому же. Сейчас мои его просто закумарят. Все, отлично, просто в хлам. Разлетелся он. Так, кто еще? Опять начинают выходить эти красноголовики. Психи, я их так называю. Так, и опять они идут на моего Лео. Нет, смотрите-ка, идут на хилку. Но не тут-то было. У хилки есть, как вы знаете, скилл. Называется, ну я ее, по крайней мере, так называю, ветряная защита. Что они не смогут к ней подойти. Но это не говорит о том, что они не могут ее застрелить издалека. Тут только против ближних. А так, защита. Ну что же, давайте, давайте, давайте со всех сторон там прессуйте этого. Ну что вы не можете добить-то, елки-палки. Ну вот, отлично, все сделали. Так, их тут трое уже. Даже не знаю, что и сделать-то, а. Так, давайте, наверное, вот так вот дождем из пуль. Замечательно. И, наверное, сделать, может быть, прыжок. Давайте так вот, оп. Замечательно. Просто мясорубка тут. По-другому не назвать. Так, замечательно. Лео поработал немножечко на благо нашей команды. Ну и, в принципе, ассасинкой можно добить. Чуть-чуть не хватило на добивку, но сейчас они оба здесь слягут. Так, мы получаем очки, сэндвич, и выходит у нас здесь обычный хипарь. Так, ну хипарем займется у меня мой заключенный, а здесь выходит Амбал. Так, немножко пробафались, как говорится, усилили себе атаку и защиту. Блин, Леон, у тебя откат по всем скиллам, давайте так сделаем. Будет у меня заключенный тут бомбить. Кстати, у него тоже мало хп. Отлично, восстановили. Добьет? Нет. Он должен добить, по идее-то. Так, они увязались за моей хилкой. Вот эти два красноголовых дурачка. Так, давай-ка мы вот так одного, может... Нет, не получилось подбить. Они вдвоем до сих пор бегут. Черт подери, а у меня, ребят, по скиллам еще достаточно долгий откат. И я не смогу сейчас сделать танец ветров. Поэтому приходится мне так вот бегать тут вокруг да около. Ну возьмите вы их на себя, да елки-палки. Что же за дела-то такие, а? Никак они не хотят переагриваться. Так, куда ты пошла-то, елки-палки, а? Ладно, вот, все, ребят. Теперь мне уже все равно. Я сделал защиту как бы из ветра и воздушную, и теперь мне по боку на них. И сейчас их потихоньку разберут мои ребята. Так, ожидаем следующей волны. И кто это будет? Так, опять у нас выходит хипарь. Ну, хипари, они, в принципе, легкие.
Так, и Панкуша. Так, второй Панкуша вышел. Ладно, будем заниматься ими. Так, усиливаемся. Заключенный, давай с прыжка туда. Вот так, отлично. Все у нас пока под контролем. Давайте, ах, двоих не получается. Ну давайте так сделаем хотя бы. Все, шикарно, мы справились. Опять вышел хипарь. Так, а там кто у нас? Ё-моё, там с противогазом. Стрелки, и это плохо, ребята. Плохо тем, что я уже говорил. Они стреляют. Это обязательно нужно их в ближнем бою колбасить. И я смотрю, там у нас выпал дробовик. Именно для моего Лео. Надо бы его подобрать, по идее. Так, давай-ка, Лео, поднимай его. Все, замечательно. Ну, а теперь он будет у меня жарить по-черному. Так, ну все, хилки уже нету. Теперь остались у нас тут два хипаря. Так, деньги мы подняли. Ну что ж, давайте со спины, отлично. И выходит очередной амбал у нас. Это, конечно, очень плохо, но, в принципе, мы разбираемся с этими ребятами. Отлично, Лео сработал. Так, стреляем. Нет, еще стоит. И вот этот вот Панкуша пошел, как всегда, на моего Лео. Но он знает, что от него большая угроза, поэтому, естественно, он на него пошел агриться. Так, у нас очень мало хп у нашего заключенного, поэтому, блин, тут получается плоховато, ребята, потому что и Лео под огнем. И все, сейчас жирного заколбасили, отлично, можно, в принципе, панка брать уже на себя. Последний удар ему. Все, ребят, мы, оказывается, прошли с вами уровень. Да, хотелось бы посмотреть, на какой ранг. Сейчас нам это все продемонстрируют. На ранг С. 250 бакинских. Ну и заточку нам дали. В принципе, я очень этому рад. Так, что у нас здесь? Ну, здесь ничего новенького не появилось у нас. Ну что же, будем, наверное, с вами продолжать дальше. Королева дорог. Королева дорог. Хм. Хун Хинкс какая-то. Так, а на харде у нас, ребята, босс. Давайте попробуем его завалить. Нам нужны сейчас деньги. Помните, да, этого? Толстый брат-дракон. Я думаю, что мы с ним справимся. Так, ну-ка, давай-ка. Вот так. В принципе, он здесь делает те же самые удары, только здесь будут враги пожестче, так скажем. Так, давай-давай-давай-давай-давай, хилерша. Молодец, взяла микрофон. Все, теперь она у меня хилит намного лучше. Блин, поймал он все-таки мою ассасинку и ее душит там. Ладно, не беда. Отлично. Так, давайте-ка вот сюда мы, наверное, с вами стрельнем. В этого босяру. Его нужно как можно быстрее разбирать. Хотя врагов, ребят, поверьте мне, от этого меньше не станет. Че он там приготовился? Ага, опять вертушку свою делать. Ладно, давай-давай-давай-давай. Отбегай, отбегай, родная моя. Куда он? Налево пошел, да? Ты смотри, что творит. Давай-ка отойдем. И тут у нас панк-ниндзя. Так, босс пока звездочки ловит после своей круговой атаки. Так, ну что, ниндзя минус. Так, и здесь у нас еще один ниндзя и панк. Ну, я думаю, что сейчас мы панка-то быстро с вами разберем. Все, отлично. Ниндзя, по идее, тоже здесь ватный. Так, главное отойти от босса. Ай-яй-яй-яй-яй, ты подставилась, самурай, отойди. Все, отлично. Вот для чего же тут все-таки эти хот-доги, я так и не понял. В чем суть? Че они дают? Я, как вам говорил уже, здоровье они не пополняют. Энергии они нам тоже не дают. Для чего они здесь нужны, ума не приложу. Так, я даже не знаю, что делать. Давайте, наверное, вот так вот. Ну. Блин. У меня хилка под большим прессингом. Ёлки-палки, босяра опять начал крутиться.
Так, минус 2 панка, и еще один остался. Сейчас мы его разберем. Так, давай, ассасинка, по-быренькому. Бери его в оборот. Да куда же ты, ё-моё, ну... Ай-яй-яй-яй, только бы не добили, ребята. Эх, ты, ассасинка, ты слишком долго там соображаешь. В этом углу стояла, что-то там сопли жевала. Опять босяра собирается что-то сделать. Угу, вертушку свою. Ладно, давайте убежим от нее. Так, зэк, отбегай тоже. Давай сюда в сторону. Вот так вот оно будет самое то. Ну, пока он тут ловит свои звездочки, мы с ними потихоньку разберемся. И все-таки довольно успешно. Так, Лео у меня там стоит из-за угла, бомбит. В принципе, его никто не трогает, и все нормально. И боссу осталось-то совсем ничего, ребят. Давайте вот так вот сделаем. Двоих сразу. Ха-ха. И... Нет, нет. Вот сейчас добьем. Сейчас... Отлично. Мы это сделали. Я надеюсь на ранг S. Просто мне так охота именно ранг S. Потому что на А он уже был. Какого... А почему? Блин, ну что ж ты будешь делать? Мы во время не уложились, оказывается, понимаете? Тут еще нужно как можно быстрее проходить. Ну ладно. Хорошо. Ну, а мы тогда пойдем с вами на нормал и будем проходить... Подождите. Основную сюжетку, вот она. Ямамото Боулинг. Интересно, что это такое за Ямамото Боулинг? Опачки. Какая-то у нас тут гейша стоит, и на нее нападают агенты. Ага, задание у нас — защитить ее. Что-то я посмотрю, у нас в последнее время какие-то миссии, да? Защитить, прикрыть, сопроводить, там еще что-нибудь. Так, ну что, минус? Нет, не минус, но сейчас мы вот... Черт подери, да что ж такое-то? Неужели они такие сильные? Обычно раньше достаточно было предельного выстрела, и они падали. А здесь нифига подобного. Ну да ладно, как говорится, пофиг на это все. Главное, чтобы они не тронули гейшу нам. Точнее, чтобы они ее не убили. Так... Попали? Да-да-да, именно попали они под мой обстрел от Леона. Так, ну давайте еще минус один. Шикарно. Так, давайте по-быренькому посмотрим, что у нас здесь в ящиках в этих. Ё-моё, пусто. Выросла капуста. Ладно, давайте этого хипаря возьмем на себя. Я не понимаю, по идее у тебя... тюремщик, у тебя такая дубина бита. Ты так должен ей колбасить. Ничуть не хуже, чем ассасинка. Ну, ассасинка, конечно, бьет в разы круче. Так, тихо. Смотри, что делает, а? Переключился на гейшу. Этого нельзя позволить. Так, хорошо, он переагрился. Что у нас там? Оу, Лео, иди, там для тебя выпал дробовик. Так, два панка. Да не два, а не два, два, по три даже панка, ребят. Так что надо тут как-то усиленно все это делать. Так, замечательно, давай стреляй. Так, Лео одного бомбанул. Так, и остался здесь еще один. Ё-моё, спецагент выбежал. И начинает сеткой своей махать. Сейчас кого-то возьмет в сетку. И это у нас кто? Гейшу, что ли, взял? Но она и так стоит, поэтому очень даже хорошо, что он так сделал. Так, давайте вот так. Двоих-то не получ... Во. Двоих мы взяли. Ну что же, я, наверное, думаю, что это последние у нас ребята. Хотя, наверное, должны быть ямбалы здесь. Как же без них-то? Ну? Ёлки-па, куда стреляешь-то? Прямо в гейшу. Оу. Ребят, как это... Не странно, но мы справились. Так, вот они, два панкушки. Давайте вот этого рубить сразу же. Отлично. Нельзя допускать, чтобы они подходили к гейше. А тем более сзади. И так близко. Так, слушай. Подожди. Вот так вот. То, что надо. Как раз вот отхил нам и нужен был. Так, мне нужно хилить гейшу практически постоянно, чтобы ее ненароком тут не заколбасили.
пока я тут отвлекаюсь на этих бандитов всех. Все, замечательно. Ну что, ждем, ждем амбалов, ребята. Они тут обязательно должны быть. Вот он, идет. Ну что же, давай, ассасинка, перехватывай его тогда. Так, отлично. Нельзя... Оу, два агента, это очень плохо, потому что... Черт, ассасинку взяли в клетку. В эту, в сетку, ё-моё. И тюремщик-то у меня тоже. Ай, сейчас может крякнуть. Так, хилка, давай, давай, быстрее, хиль. Отлично, усиливаемся. Ну что же, вроде бы пока есть шанс. Ну, небольшой, правда, если честно говоря. У меня ассасинка тоже там, блин, уже покоцанная, причем изрядно. Надо будет ее тоже хилить. Так, все, она отхилилась, замечательно. Ну что же, один агент у нас здесь остался. И он уже готов. Так, и только лишь амбал тут у нас выделывается. Ёлки-палки, эти еще вышли. Ладно, давайте так сделаем. Смотри-ка, не переагрился на меня. И идет прямиком на гейшу. И к тому же их здесь два. Это очень плохо, надо хилить. Хилить обязательно. Так, вообще по скиллам полный откат. Давай сделаем ассасинкой. Оу, щет, чуть-чуть, чуть-чуть. Ай-яй-яй-яй, только не добейте, не убейте ее. Так, все. Амбал готов, этот готов. И остался лишь один красноголовик. Блин, а это еще кто такой? Похож на агента, но это, ребята, не агент. Это какой-то, я не знаю даже, как его назвать-то. Но сейчас суть не в этом, надо как можно быстрее его заколбасить. Так, что там, новые враги. Ага, это вот, наверное, про него нам хотят рассказать что-то. О, мы его заколбасили. Так, замечательно. Давай, Лео, поднимай. Дробовик там для тебя. Все, понеслась. Ну-ка, давайте посмотрим, что это за новые цели. Так, какие-то... Ага, это якудза у нас, оказывается. Ясно. Так, супер удар, ребята. Ох, шикарно все вышло, просто замечательно. Да сколько же вас тут еще, а? Теперь ниндзя начинают нам компенсировать мозги. Так, оу, со всех сторон, ё-моё, вы смотрите, что-то происходит. Ниндзя звездочками пуляют в гейшу, но моя вроде хилка справляется. Не знаю, надолго ли хватит, но мы должны постараться. Так, я смотрю здесь, ага, отлично, все подобрало. Давай, вызывай двойника. Вот сейчас мы здесь начнем расколбас. Полнейший причем. Так что это они там такие супер удары какие-то хотят сделать? Видели, да? Отображалось на земле красно. Ну, к нашему счастью, никто ничего не успел сделать. Опа, это что такое? Не понял, то есть что такое сейчас было? Так, какие-то мои двойники тут вышли. Ладно, давайте их расколбасим. Я не понял, с какого перепуга гейша, которую мы защищали, куда-то исчезла. Ладно, надеюсь, мы с этим потом разберемся. Так, ниндзя. Даже два. И опять же вышел якудза. И якудза, ямбал, блин, да со всех сторон. Да вы задолбали уже, а, на самом деле. Сколько вас тут, блин? Как я тут должен успевать за всеми, блин? Жесть какая-то. Ядрите на корень. Смотрите, двойник ассасинки просто безупречно дерется. Нам бы быстрее убить этого амбала. И все было бы хорошо. Так, подожди-ка, что-то тут налево, смотри-ка, бычат. Так, все, амбал минус. Делаем подхил, естественно. И остался у нас один. Все, ребята, прошли. Ух, я вам скажу одно, довольно напряженный был бой. И получаем ранг S, 120 бакинских. Оу, курточка новая и дробаш. И мы с вами что-то открываем. Давайте глянем в миссиях. И получаем еще 200 долларов. Хм, в принципе, неплохо. Ух, елки-палки, надо, наверное, маленько отдохнуть. Все это как-то
слишком напряженно, если честно. Давайте по-быренькому глянем на скиллы. Может быть, что-то изучить можно. Так, 800, отлично, берем. Так, это у нас для заключенного. Так, все, это мы изучаем. 165 долларов. Давайте ХП, защиту, ага, атака. Ну и все, ребята, денег больше нет. Ну, а на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся уже в следующей серии. А на этом все. Всем пока, до скорого.